Всем привет! Вы находитесь на канале «Стильное вязание» и я с вами Светлана Садыгова. На сегодняшнем уроке я хочу поделиться с вами, как очень красиво можно связать и в то же время просто горловину, вырез горловины. Вот я вам сейчас покажу на этом как бы пока экземпляре, образцы, а потом сейчас будем вязать, там уже будет более лучше видно. Так, вот мы как за счет укороченных рядов мы вяжем горловину, так, вырез горловины. И тут же, смотрите, вот переход идет на плечо. Вот переход на плечо у вас получается, и вот скос плеча, видите? Вот скос плеча идет. Точно так и на этой стороне. Вот, горловина и скос плеча. Достаточно очень просто, но в то же время красиво. Никаких, где мы будем укорачивать ряды за счет двойных как бы петель, ничего у нас здесь не видно. Ни дырочек, ни на лицевой, ни на изнаночной стороне. Так, все, сейчас мы начнем вязать. Так, набираем петли. Для образца давайте наберем 54 петли. Так, набирать будем петли двойной ниткой, то есть с дополнительной ниткой, чтобы плотнее край был. Я вот покажу вам, чтобы потом внизу, когда будете вязать, было и у нас на образце будет лучше видно. Мы вот так протягиваем нитку, вот берем. Вот у нас конец этой нитки, так? Вот мы сейчас начнем набирать. Я взяла как бы несколько сложений нитку, чтобы лучше было вам видно. Так, набираем петли. Вот этот хвостик мы так оставляем. И обычным способом сейчас набираем сюда. И толстые спицы взяла, чтобы было лучше видно. Так, вот сюда. Сюда, сюда. В уроках, если кто не поймет, можете у меня посмотреть в уроках. Так, вот мы набрали. Теперь смотрите, здесь идет одна нить, как бы тоньше, а здесь как бы два раза толще нить проходит. Вот провязываем ее. Набираем вот таким образом. Урок я давала, можете почитать. Так, набираете 54 петли. Вот мы набрали 27 петель двойных, это 54 получилось. Ну я как по две пары так считала их. 54 петли мы с вами набрали. Так, теперь смотрите, что у нас получилось. Вот мы набирали вот двойной ниткой с одной стороны, получилось здесь на спице в одну, как бы в одно сложение, а тут идет вдвойне, видите, оно толстенькое такое получается, эластичное, плотное край получается. Теперь мы вытаскиваем одну спицу, вот мы вытащили, и давайте с вами свяжем 4, ну, примерно 4-6 рядов лицевой гладью, чтобы потом вырез показать. Ну, лицевая гладь, вы знаете, как вяжется, или называется она еще чулочная вязка. На лицевой стороне будете вязать лицевой, на изнаночной – изнаночной. Ну, сейчас, видите, это у нас смотрится, видите, как? Это как изнаночная сторона, набор. А это идет, вот ближе покажу, это лицевая. Я так набираю. Сейчас будете набирать как бы изнаночные петли. Тоже можете в уроке посмотреть, как красиво вязать, чтобы ровная вязка получалась красиво.
У меня вот, смотрите, если я вяжу изнаночные петли, да, у меня в основном левая рука и спица как вспомогательная получается, а правая уже более в работе. Я не вытаскиваю петли, они все ровно идут. Вот смотрите, они все ровненько. Так, провязывайте этот ряд изнаночными. Провязали мы первый ряд изнаночными. Это изнаночная сторона у нас получилась, как бы, и последняя идет изнаночная петля. Переворачиваем. Вот у нас, видите, как хорошо получилось. Провязано ровненько все. Так, переворачиваете наше вязание. Теперь вяжите лицевыми петлями. То есть на изнаночной стороне вяжите изнаночную, на лицевой вяжите лицевыми. Первую снимаете. Когда вяжете лицевые петли, то я так вяжу и вам так советую, будет ровно, красиво. Видите, при вязании лицевых у меня наоборот, левая спица и левая рука в работе более так интенсивно, а правая как бы вспомогательная идет. И получается, смотрите, какие ровные петли. Я даже вам поближе покажу. Видите? Ровные и с этой стороны, и с этой. А это так за счет этого тут получается, за счет того, что вспомогательная нить проходила. Видите? А так красиво, ровненько все будет. Так, довяжите этот ряд до конца и еще провяжите лицевой и изнаночный ряд. Вот мы с вами провязали лицевой гладью, на лицевой лицевыми, а на изнаночной изнаночными, смотрите. Ну, 4 ряда, наверное, это маловато. Давайте еще добавим один лицевой, один изнаночный, чтобы лучше было эффектный вырез видно. Провяжите еще один лицевой, один изнаночный, чтобы было 6 рядов. Вот мы провязали с вами 6 рядов лицевой гладью. Видите, как ровно все петли. Посмотрите в уроках обязательно. Вы будете очень красиво и ровно вязать. Так, и это с изнаночной стороны. Утолщенная за счет добавочной нити двойной. Набор петель красивый, видите? Все это в уроках есть. Просмотрите обязательно. Если кто не найдет, спросите, я подскажу. Так, вот провязали 6 рядов. Сейчас начнем мы вязать вырез горловины, плечо и скос плеча. Будем учиться. Мы с вами набрали образец 54 петли. Вот. Теперь давай разделим ее, давайте, на две части. По 27 петель будет справа и слева. Я вот отметила их, можете чем хотите отметить, что у вас под рукой будет, булавка там, чем. Я маркером отметила, вот, это середина. Вот мы начнем сейчас и ориентироваться, будем сейчас сначала вязать мы эту часть правую, а потом перейдем на левую. Начинаем вязать. Так. Приступаем. Будем сейчас, мы на лицевой стороне, будем сейчас вязать до середины, но при этом не довязывая 4 петли. Раз, два, три, 4. Вот маркер середина, 4 петли не будем довязывать. Посмотрите, как это будет. Так, вяжем. Первую снимаете и вяжите лицевые петли.
Вот мы доходим. 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вот. Мы дошли сюда. Если чтобы вам легче было, я могу взять второй маркер. И вы можете точно так взять. Это середина красная. Вот желтый я беру. И считаю. 1, 2, 3, 4. Мы сюда поставили маркер. Чтобы я это показываю, я уже так не делаю, потому что я быстро уже ориентируюсь. А вот для новеньких, чтобы вы уже понимали и видели наглядно. Вот, мы дошли до этой, вот, до этого маркера. 4 петли мы от середины оставили. Теперь мы возьмем и поворачиваем это наше вязаное изделие. Мы повернули это изделие, вот, я его развернула так. Вот от середины 4 петли развернула. Теперь берете. Вот эта нить должна вот так быть. Видите? Теперь берете, подхватываете эту крайнюю. Снимаете на правую спицу, не провязывая. Сняли. И вот так. Видите как? Вот мы сняли и на лицевую сторону вот так повернули. Получилось с одной 2 петли. Просто потянули нить. И теперь вяжете изнаночными. Мы пока вяжем одну сторону, потом перейдете на вторую. Вот. Вяжете изнаночные до конца ряда. Провязали мы до конца ряда. Изнаночные. Теперь смотрите, поворачиваете обратно. Видите? Так. И здесь, видите, получается, там, где мы повернули петлю, здесь идет вот она, вот петля, как двойная. А здесь как бы пространство. Теперь мы давайте так, чтобы вы не путались, этот маркер желтый передвинем. Вот эта двойная петля теперь на 3 петли. То на 4 мы здесь передвигали, теперь на 3. 1, 2, 3. И сюда его поставим, чтобы вы не ошиблись. Все, вот я поставила. Теперь будем вязать отсюда сюда доходить. И будем здесь поворачивать на другую сторону. Так, вяжем. Первую снимать, как обычно. Так, вяжите лицевые петли. До конца ряда, до конца вот этого, до маркера. Вяжите, как дойдем, дальше покажу. Вот мы довязываем до этого желтого маркера. Вот одна петля, и вот наш маркер стоит, вот вторая петля. Так, провязали, вот наш маркер. И мы опять поворачиваем наше вязание на изнаночную сторону, повернули. Так, маркер я сейчас опущу вниз, чтобы не мешался. Так, вот мы его убрали. Так, вот мы повернули. Теперь опять тем же методом, как я показывала. Вот эта нить, чтобы была вот так, смотрите. И через эту нить он идет как мини, как накид получается, да? Вот через эту нить. Это на правую сразу одеваете, как накид. И это подхватываете. Видите, получается, что? И снимаете ее на правую спицу. Так. И теперь вот таким образом притягиваете нитку. Вот видите? И начинаете... Вот, перетянули. Тут получится как две. И начинаете вязать опять изнаночные. До конца ряда провяжем. Так, довязали мы изнаночную сторону, повернули на лицевую. Теперь смотрите, вот наш маркер был. Вот мы отступали, вот. Теперь этот маркер наш, да, мы отступали тут 3 петли. Считали вот двойную, 1, 2, 3. Теперь будем отступать 2 петли. Вот одна двойная и 2. И этот маркер, давайте его сюда и поставим. Вот, смотрите, одна двойная и одна одинарная. Сюда его поставим. И теперь будем вязать до этих пор.
и поворачивать. Это получается на как сокращенные ряды. Так, вот мы отметили. Начинаем вязать. Первый снимаете и вяжите лицевыми до нашего этого желтого маркера. Мы доходим до нашего маркера. Вот. Довязали, да? И теперь опять же поворачиваем, как я вам говорила, на изнаночную сторону. Вот. Маркер тоже опускаем, чтобы не мешал нам. Так. И теперь подхватываете эту нить вот так, как накид получается. Так. Эту петлю снимаете. И нить берете вот так, видите, я пальцем беру, перетягиваю вот так, видите, на ту сторону. И теперь вяжем опять. Изнаночные вяжете до конца ряда. Вот вы видите, мы уже видите, как отодвигали. Вот 4 петли, 3 петли, 2 петли, да? Вот отодвинули. И смотрите, что у нас выходит. Вот это середина. Вот это идет наша уже вырез горловины. Видите? Уже видно. А это как плечо пошло уже на плечо. Так. Теперь мы передвигаем наш маркер через одну петлю. Одна вот двойная петля. Видите, одна двойная петля. Мы ее сейчас сюда и ставим. Теперь, сейчас я покажу, потом маркер можно убрать, потому что одна двойная петля вам и так будет видно. Так, вот я поставила сюда. И провязывайте точно так. Сейчас мы будем вязать лицевые до маркера. Первую снимаете и вот до этого маркера вяжете все лицевые петли. Вот мы дошли до этого маркера, да? Вот смотрите, вот двойная петля, да? Ее видно уже. Давайте снимаем маркер уже. И будете так все время вязать, уже двойную петлю вам будет видно хорошо. Вот мы его снимаем. Так. Вот двойная петля наша. Вот мы от этой двойной петли будем уже поворачивать наше изделие вязаное. Вот мы его повернули. Точно так, видите? Мы делаем тут как вот нить здесь, она как накид проходит, да, это подхватываем. Видите? И снимаем. Сняли. И теперь вот берем и вот так перетягиваем. Вот. Если плохо перетянулось, помогите правой рукой, указательным пальцем. И вяжите изнаночные до конца ряда. Вот мы довязали. Видите, что у нас получается, да? Если хотите сделать его как бы поглубже, вырез горловины, уже сами рассчитывайте, сколько петли снимать тогда. Это я вам показываю основу вязания, как бы как это красиво сделать, а там расчет уже можно сделать. Так, если не получится, я потом вам подскажу. Так, вот мы начинаем. Теперь давайте, сколько у нас тут осталось. Вот эта петля, где мы большая, видите, поворачивали, да? Вот от этой петли, где двойная петля, посчитаем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петель у нас тут. Вот 16 петель осталось, да? Мы теперь давайте будем скос плеча сразу делать, чтобы так плечо немножко с наклоном шло. Мы сейчас провязываем сюда, потом, не доходя с изнаночной стороны, отступим там 4 или 5 петель, я посмотрю, и будем опять поворачивать. Сейчас вы вяжете как обычным способом. Так, первую снимаете и провязывайте до двойной петли.
Вот мы провязываем до двойной петли. Мы дошли вот к этой двойной петле с вами. Вот у нас, видите, двойная петля такая. И здесь же поворачиваем. И тоже потом будем опять вязать, опять до двойной петли. Вот точно так мы делаем, как мы делали так. Теперь снимаем на правую, вот так переворачиваем, вот так тянем нить вот эту основную. И вот так ее делаем. Прихватывайте пальцами, если, допустим, вам тяжело. И все, вяжем до конца ряда. Извините, если мы сейчас скос плеча говорили, будем делать на этой стороне уже, не до конца ряда, а отступите вот раз, два, три, четыре. Ну, отступим где-то мы 4 петли давайте. 1, 2, 3, 4 петли. И маркер тоже поставим, чтобы не забывали. И здесь повернем назад, но уже на лицевую сторону. Все, вот. 4 петли не доходя, чтобы у нас скос плеча получался. Так. Вяжем мы. Вот мы довязали до этого маркера. 4 петли вот в конце осталось. Переворачиваем на лицевую сторону. Теперь смотрите, что у нас выходит. Мы перевернули на лицевую сторону. Пусть тут так он не мешает. Так, теперь вот берете точно так, как мы делали на эту, смотрите, берете эту петлю слева. На правую снимаете. Теперь вот мы ее сняли. Теперь вот эту петлю, видите, я вот так обхватываю ее и вот так притянула. Смотрите, еще раз сняли, таким образом заводим и вот так подтягиваете, но на лицевую сторону уже, видите, вот так мы подтянули и вяжете лицевые петли. Вяжите лицевые петли до двойной петли. Вот, вяжем. Вот, оно видно у нас уже. Видите, двойная петля, мы дошли. Теперь мы опять поворачиваем. Теперь точно так опять, видите, только на лицевую сторону. Снимаете. Как мы делали уже, вот это подтягиваете и вяжете изнаночные, но уже мы вяжете изнаночные, смотрите, мы здесь вот я провязала изнаночные, так здесь смотрите, вот у нас тут проходит вот двойная петля, смотрите, если так ее вам не видно, посмотрите вот так с лицевой стороны, вот она видно, толстая двойная. Давайте еще отступим. От 4 мы отступили. Теперь еще отступим. 4. Раз. Это двойная петля. 1, 2, 3, 4. Вот тут отступим, к примеру. Так. Вот мы и маркер я поставила. И теперь вот свяжите. До нее мы вот подошли опять. Видите, до нее подошли. До этого маркера. И мы поворачиваем изделие. Теперь на лицевую сторону. Теперь мы снимаем, как я вам говорила. Вот берете петлю на правую. Теперь мы ее вот таким образом. Видите, вот так. Так. И вот так. Получается с одной две. Вот перекрутили вот этой ниткой сюда. Вот смотрите. Так. И вот так. Вот. И вяжите до двойной петли. Так, провязали до двойной. Теперь мы опять поворачиваем. Поворачиваем. Точно так делаем. Смотрите, мы повернули. И таким образом, как обычно, снимаем с этим накидом. И переворачиваем, видите, вот так. И вяжем изнаночные. Раз,
два. Давайте теперь вот еще 4 петли, видите, у нас 1, 2, 3, 4. Давайте вот до этих пор мы подвязали. Маркер мы уже снимаем. Это скос плеча идет. Вот. Видите, получилось. Тут получилось 4, а тут с двойной 3 получилось. Так, и вот смотрите, вот двойная петля. Вот двойная. Раз, два, три. А если двойную считать, то 4 тогда, да? Вот смотрите, тут двойная петля. Так, поворачиваем изделие. И точно так лицевую снимаете. Переворачивайте, как я вам говорила. Вот видите, таким образом. Подождите, тут снялась. Минуточка. Так, перевернули. И вяжете лицевые. Так. И вот мы, видите, провязали. Видите, получился у нас скос плеча. А здесь вышла у нас горловина. Так. Вот. Теперь дальше. Вот у нас получилось. Вот у нас скос плеча выше. Это горловина. Продолжайте вязать таким образом. Потом переходим вот на эту сторону. Теперь будете вот так вязать. Смотрите. Две вместе берете. С лицевой стороны, вот которые двойные петли, и провязываете. Видите, она спряталась, петля. Это мы уже вырез горловины вяжем, плечо так пока сидит, да? Вот, видите, опять вот двойная у нас идет. Мы берем вот так слева направо и провязываем две петли одной. Вот опять у нас она спряталась. Вот посмотрите, видите, не видно ни дырочек, ничего. Эта петля вот спряталась. Опять точно так. Две вместе. Подхватываете, провязываете. Слева направо. Опять две вместе. Слева направо. Вот они у нас попрятались. Опять две вместе. Слева направо. Так. Вот мы дошли, две вместе дальше. Вот у нас одна идет пока петля. Мы ее провязываем одну, как мы отступали тогда. Вот две вместе, опять две вместе провязывайте за, вот, за переднюю стенку, слева направо. Здесь идет одна лицевая теперь. И вот следующая идет одна лицевая, не видно даже. И вот двойная, опять провязываем две вместе. Так мы вяжем до нашего красного маркера. Вот, смотрите, видите, как оно выходит. Так, теперь лицевая здесь. Эти лицевые, вот вторая идет. Третья лицевая, четвертая, те, которые мы первые делали. Вот наш маркер, да? Все. Теперь мы... От этого маркера, я его перевернула, вот у нас, это у нас прошла правая сторона. Сейчас будем вязать левую сторону. Начинаем вязать левую сторону. Вот посмотрите, что у нас получилось. Видите, это у нас горловина вышла, так мы ее, потом она будет со спиц как снимем, будет лучше видно. А это скос плеча пошел. Вот наш скос плеча. Начинаем дальше вязать уже левую сторону. Левая сторона точно так вяжется. Вот от этой середины провязываете 4 петли. Раз, как мы делали, 2, 3, 4 петли мы провязали. Так, мы вот 4 петли провязали. Теперь мы возьмем этот маркер. И мы его сейчас закрепим. Вот с этой стороны, смотрите. Вот здесь передвинем, чтобы вы не забывали. Так.
Для чего мы это сделали? Для того, чтобы сейчас будем на лицевой просто дальше продолжать мы вязать лицевые, а на изнаночной стороне, когда мы дойдем до этих пор, будем поворачивать на лицевую сторону. То мы на изнаночную в основном поворачивали, а здесь будем поворачивать наоборот на лицевую, когда будем сокращать ряды. Так. Вяжите до конца ряда лицевые петли. Так, довязали мы этот ряд до конца. Теперь поворачиваем наше вязание и будем вязать изнаночную сторону изнаночными петлями. Первую сняли, теперь вяжите изнаночные. Будете вязать вот до этого маркера и будем поворачивать потом на лицевую сторону. Вот мы довязали до этого маркера и теперь поворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Вот мы ее повернули, видите? Теперь берем эту же петлю, снимаем на правую и делаем, как я говорила, просто вот так поворачиваем, видите? Вот сняли и вот так. Получилось с одной как бы две. И вяжем лицевые петли до конца ряда. Вот мы довязали лицевую сторону до конца ряда. Теперь маркер передвиньте на 3 петли. То есть вот двойная идет, одна петля двойная. Вот раз, два, три. Сюда мы его передвинем. Как и на той стороне мы делали. Раз, два, три. Как и справа делали. Теперь будем поворачиваем наши изделия. Будем вязать и до этого маркера и будем поворачивать на лицевую сторону. Так, первый снимаете и вяжете изнаночную сторону изнаночными петлями. Вот мы довязали до этого маркера. Поворачиваем теперь на лицевую сторону. Мы повернули. Сейчас. О. Теперь так, опять эту петлю берете. Снимаете на правую и таким вот образом ее вот так и вяжете лицевые петли. До конца ряда вяжете. Вот мы провязали до конца ряда лицевую сторону. Теперь этот наш маркер, видите? Вот, то мы отодвигали ее на 3, теперь на 2. Вот одна двойная, вот она идет двойная. И одна вот сюда будем передвигать, чтобы было одинаково с обеих сторон. Так, передвинули до этих пор. Так, изнаночную сторону начинаем вязать. Дойдете до маркера и будете на лицевую опять поворачивать наши изделия. Так. Вяжите изнаночную сторону до маркера. Вот провязали мы с вами до этого маркера. Опять поворачиваем наше изделие вязаное и делаем, это называется сокращенные ряды. И снимаем точно так петлю на правую спицу мы сняли. Теперь ее вот так поворачиваем. И вяжите лицевыми до конца ряда. Вот мы довязали лицевую сторону. Маркер можно убирать сразу. И теперь будем поворачивать и вязать. Вот где двойная петля, как я вам и показывала. Так, поворачиваем наше изделие на изнаночную же сторону и начинаем вязать. Так, вяжем до двойной петли и будем
поворачивать. Вот у нас двойная петля, так ее не видно. Видите, а вот так перевернете, видно. Вот так переверните, посмотрите. Так. Вот мы довязали до нее, теперь поворачиваем наше изделие. И снимаем. Сняли на спицу точно так, таким же образом, как мы делали. Вот так. Видите, мы ее так повернули. И вяжите лицевые петли, но уже не до конца, а как мы делали, плечевой скос начинаем. 4 петли отступаем. 1, 2, 3, 4. Маркер я не буду уже цеплять, вы уже знаете. 4 петли, не доходя, мы будем уже поворачивать вязание. Раз, два, три, четыре. Вот. И теперь поворачиваем наше вязание. Повернули так. Теперь опять точно так мы берем и снимаем, как мы делали. Вот так снимаем. И вяжем изнаночные петли до двойной петли мы вяжем. Вот двойная петля, видите, мы довязали. Теперь опять поворачиваем наше изделие. Довязали мы до двойной петли, видите, повернули. Теперь ее тоже снимаем так, и вот таким же образом сняли. И вяжите лицевые, но не довязывая, тоже опять 4 петли было тех, и еще добавляем 4, это уже 8 петель будет недовязанных. То есть вот здесь смотрите, тут 4 петли, 1, 2, 3, 4 мы не довязали, вот 1, 2, 3, 4 петли мы не довязали, теперь двойная считается, 1, 2, 3, 4, то есть получилось 8 петель с двойной. Вот до этих пор мы и будем поворачивать, это скос плеча делаем. Вот так повернули. Теперь таким же образом, как мы делали. Так, теперь разворачиваем ее туда. Так, видите? И изнаночные вяжем до двойной петли. Вот двойная петля наша, видите, и мы опять поворачиваем. Так, снимаем ее, вот так разворачиваем мы, подтягиваем вот таким образом и вяжите. Раз, два, три. 4. Так, мы вот вяжем уже, видите? Так, назад. Извините, я просмотрела. Так, теперь смотрите, тут мы 4, 4. Здесь опять 4 петли вместе будет с двойной. То есть получилось 12 петель с двумя двойными. Вот, и здесь мы уже, видите? Так, вот мы точно так получилось провязали. И здесь вы вяжете и идете уже полностью до конца. Вот таким образом до конца вяжете. И теперь вот где идет 2 петли, видите, 2 петли. Мы их провязываем, как провязываем.
за переднюю стенку. Вот видите, она прячется. Опять вяжем. И опять вот идет 2 петли наших. Тут у меня узелки были на нитках, попались. И провязывайте. Так. Вот мы с вами провязали. Смотрите, сейчас я спицу ее там сделаю. И теперь мы заключительный ряд полностью провяжем. Я покажу там, где с лицевой стороны, как двойные провязать. Они остались у нас несколько штук. Вот, вяжем изнаночные петли. Вот, мы вяжем таким образом. Так. Вот мы дошли на изнаночной стороне, которые остались вот петли двойные. Мы на лицевой стороне, когда вязали двойные петли, да, мы вязали их за переднюю стенку и слева направо. Теперь будем на задней, на изнаночной стороне. Я вам показываю, как мы будем вязать. Мы берем их, вот смотрите, не за переднюю стенку, как мы вязали, а вот за заднюю. Берете вот 2 этих петли. Вот одна и вторая. И провязывайте вы их изнаночной. Вот, провязала. И снимаете. Смотрите, на лицевой стороне она тоже петляет и спряталась. Точно так опять делаете. Так, нить сюда. Смотрите, я, чтобы было вам видно. Подхватываете. Вот 2 петли, видите? 2 нитки этих. Так, одна. И вторая. Тут у меня сложение несколько ниток, чтобы было лучше видно, я сделала. Они теперь раздваиваются, поэтому как бы не сильно видно. Вот мы подхватили 2 петли, теперь вы их провязываете. Вот. И снимаете. Вот. Тоже, видите, она спряталась. И тут та, и та. Опять точно так. 2 петли, подхватывайте, вот они, и провязывайте их изнаночной. Провязали. Опять 2 петли, видите, провязываем мы их за заднюю стенку, не за переднюю, как лицевые, а за заднюю. Вот, подхватили и провязали, сняли. Смотрите, что у нас получилось. Видите, они все у нас попрятались. Тут их не видно. Сейчас лицевой посмотрите. Так, дальше. Вот опять это осталась петля такая. Подхватывайте. Вот берете ее. Вот одна и вторая петля. 2 ниточки вот этих. Вот. Раз, два. И провязывайте вы их изнаночной петлей. Провязали. Так, дальше вяжите. И вот опять еще петля двойная. Подхватывайте 2 нитки этих. 2 петельки. Подхватили. И провязывайте изнаночной. И провязали мы ее. И дальше вяжите изнаночными.
изнаночные петли. Провязывайте до конца. Все, на этой стороне мы на лицевой все делали, а здесь мы уже просто изнаночные вяжем. И вот мы дошли до плеча. Здесь мы тоже делали, видите, двойные петли пошли, которые мы делали скос плеча. Точно так вы делаете. Если тяжело, их вот так поправьте спицей. И вот так тогда за заднюю стенку берете. Вот, и протягиваете. Провязывайте изнаночной петлей. Так, вот опять двойная эта петля. Подхватывайте ее, придерживайте нитки и провязывайте за заднюю стенку две этих петли изнаночной петлей. Опять двойная, опять мы подхватываем ее, сейчас поправим ее, чтобы она легче была подхватить. За лицевую стенку легко подхватывать, за заднюю сложнее, если нитки несколько сложений, как у меня. А если, допустим, нитка такая фабричная, скрученная, то легко тоже. Так, смотрите, теперь мы ее провязываем изнаночной. Вот провязали. Снимаем. Вот мы довязали до конца наш ряд изнаночный. Теперь сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас получился замечательный, видите, горловина. Вот. И идет вот у нас одно плечо скос идет. Небольшой. И здесь тоже сделала скос, тоже небольшой. Вот у нас получилось, что смотрите, как хорошо вышла горловина. Да, если вам надо глубже, значит будете глубже делать. И здесь тогда, то есть будете брать, здесь возьмете тоже, допустим, по 4 петли, а там будете уже по одной продвигать, она будет уже глубже и длиннее туда. И вот скос плеча один, скос плеча другой. Видите, как хорошо все вышло. И никаких дырочек не видно нигде. Смотрите, как мы делали. Все, благодарю вас за внимание. Спасибо, что заходите на мой канал. До новых встреч. Подписывайтесь, буду рада. Благодарю. До свидания.